Хиджаз прервал наконец-то свою серию из поражений и сегодня сыграл в ничью. Ну, надеюсь, тоже местные пацаны, ребята, неплохо играют. Надо чуть-чуть еще подавать. Думаю, все нормально будет в будущем. В этом году впервые выступаю в составе Актобе и еще ни разу не играл в основном составе. Готов ли ты к играм на высоком уровне? Конечно, зависит от меня, как я буду тренироваться, как я буду доказывать на тренировочном процессе. И дальше видно будет, как тренера, как решать. Дальше видно будет уже. Это твое первое интервью, и не могу не спросить про город, болельщиков, стадион, про атмосферу. Тебе комфортно ли в нашем городе? Да, город очень красивый. Что сказать еще? Атмосфера, болельщики. Конечно, заводит. Такой в Казахстане, кажется, это болельщики номер один. В Актобе команда с историями. Идем только вперед.